А ты-то что он... Ты что, не сдох? Она же говорила, что не так просто его убить. Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия Мишка. Всем привет. Возвращается игра под названием... The Eternal Cylinder. Да, в общем-то мы только что вышли из храма, как вы должны помнить. И продвигаемся в поисках странного чудища, которое поможет нам... Что-то сделать. Получить, да. Связаться, да, точнее, да, да. Короче, на огнем червя. Обрести способность общаться с киталами. Ну или нагибать их. Так, по карте у нас лишь проход к этим, башням новым. Да-да-да. Слушай, можно, а конечно... вот знаешь что? Я хотел узнать, у нас ведь есть или нету пуляльщики? Вообще никакие не присутствуют. Пуляльщиков нет. Это очень жаль, что пуляльщиков нету. Хотелось бы... Доколебаться он до той штуки круглой. Ну да ладно. А у нас ничего не закреплено, да, вроде как? Нет, закреплено, но с зимним биомом, который я не знаю, когда предстоит нам вообще увидеть. Аккуратно, ты прям рядом с ним так уходишь. Надеюсь, он не заметит. Ну что тогда, мне пускаться вперед? Да, давай вот тут, может, обогнем немножечко. Но здесь вроде более-менее ровная площадка, то есть никаких не должно быть проблем. Так, я возьму пухляша. А, любимый пухляш. Пухляш. Сейчас пухляш. Он хорошо перемещается. Кстати, у него куча инвентаря. Так. Ну, надо не забывать, вдруг мы встретим вот таких чушков. Они в другом биоме. Это сейчас у нас начальный биом, Юль. Я не уверен, а что... А мы одного в похожем встретили. Так, цилиндр-то что, не поехал еще? Нет? Поехал. А, все, поехал. Куда он денется? Вот эти штуковины интересные. С них явно, да, что-то вывалится. Они так отталкиваются. Кстати, похоже, у них язычок... Знаешь, это как будто раскупоренные эти чернички из пустыни. Очень похоже. Ну, лично у меня такая ассоциация. Так, здесь нам хорошо прям ускорение далось. Так, обод автоматически включился, все замечательно. Напоминаем, что у нас качество сейчас 2К, можете спокойно переключиться. Картинка будет четкая. На телеке самый топ посмотреть, если есть у кого-то такая возможность. Все, тем временем прибежали, все замечательно, сейчас нужно будет похавать. Так, да, надо не забывать. Вроде у нас есть еще чел, который... Так. А чего уж эти глаза? А, все, вспомнила, что они. Шальные глаза, да. Сейчас я чуть-чуть смотрите, похаваю. Куда-то... кажется, к нам торопится, бежит. Пёсель. Да-да-да. Не, он, по-моему, вообще просто куда-то запыхный. Обычно они так бегут, когда на них кто-то напал. Противущие? Но я что-то не вижу. А, фух. Так. Это... Чё свет, за... свет, аккуратно. Это мне вообще нафиг рядом не с надо. Нами. Так. Мне хватило один раз. У нас как вот нас здесь забрали. Как его храм. Да, нам надо туда обязательно попасть. Ну, мы туда и, собственно... Давай, может, вон грибы. Конечно, конечно, есть. Обязательно, потому надо что все это еда схавать. Нам очень нужна. В плане мутации, в принципе... Вот это вот что такое так, за я... штука? Сейчас, извиняюсь, вспомню. В плане... Что у нас тут такое интересное? Вот этого у нас уже нету. Огонек у нас есть. Вот все, что такое? Желтым, это то, что у нас есть. Зеленые, это рецепты, которые у нас имеются, но еще, ну, как бы не закрепленные. Это на нас. Это не открыто, да, у нас. Это на нас то, что сейчас еще есть. То есть, ну, я понял. Тут несколько цветов одновременно может быть. Да, да, да. Так, хорошо. То есть, видишь, мы можем рецепты вот этого у нас всего я есть. Я, знаешь, что искал-то? Че? Кто стреляет? Как он выглядит? Как шарик там. Регенерация. Перерабатывает. Тело амфибии, сколько всего. Вот это может. А, с пластинами. Слушай, здесь столько всего. Это ладно, слизь. Пофиг. Живем и живем. Так, ты немножечко только... Отклонился, да, сместись. Ой, эти бревнышки тебе не нужны для мне, какой-то... В принципе, уже немало так-то. Но давайте еще собьем. Пригодятся, я думаю. Так-с, так, перемещаюсь дальше. Ну, можно, я не знаю, будем здесь что-то снизу смотреть. А что тут вообще, кстати, есть? Смотри, рожечки. Ой, стой, не, ну как можно мимо этого пройти? Не-не-не-не, камбэк. Пойдем, да, чекнем. Это вот эти опять улитки какие-то интересные. Как их заполучить? У меня у кого-то... Ноги вот еще есть, хорошая вещь. Это вот, слушай, а у меня типа, такое чувство, у нас же шестеро было. Мы когда-то кого-то... А вот нет, он. Все на месте, все на месте. Я потерял мутацию, которая дает превращение. Не знаю, что мне сказали, что я мутацию одну нечаянно переработал, отдал этому. А вот эту мутацию я хотел кому-нибудь отдать. Так, кому? Цилиндру я отдам.
если то честно. То есть цилиндр потеряем, ну пофигу, ладно. Ну а что толк так сейчас? Ну да, мы им как-то это... Я не умею им пользоваться, вот так тебе скажем. Ой, не туда отдал, ты чё, нет? Тихо, сейчас не воду вздумай. Переработает. Да, а правда, это... Правда, вот эту мутацию надо тоже убрать у него. Да, то есть это в переработку пойдёт. А это уж что такое? Я уже, если честно... Было только вчера, а я всё забыла. По-моему... Так, сейчас узнаю. Вот глаза. А, глаза, глаза. Ну, в принципе, не суть важная вещь. Ну, оставим пока. Ну, ладно. Еще грибоед. Мало ли. Так, цилиндр, значит. Че, превращаем его? Да. Что и ли? Сейчас будем набирать все подряд. И да, снарядов заполучим. Раскроем вот этих чушек. Миш, давай только, может быть, тогда... Дайте хочешь снаряды, да. Ну, блин, так интересно. У нас есть что-нибудь для снарядов, как считаешь? Вот если... Ну, вот мелкие какие-то. А можно тут насобирать, тут рядом всякой всячины. Вот волосы по-моему. Эти можно? Да, можно, сейчас. Сейчас будет, Юля, снаряд. Раз. Так. Че, будем атаковать? Ну да, давай попробуем. Я вон ту хотел бы, да, атаковать. Так, с кого? Ну, с них давай начнем. Только знаешь, как ты... Что-то я не скажу, что на нее... Может, надо прям в нее вот в рожу? Да. И вот только она исчезла. Наше, как сказать, миротворство закончилось на этом. Да, и что-то... ничего не дало нам это. Пойдемте собирать тогда какую-нибудь фигнюшку. Вообще, и нападем вон на ту штуку, да? Погоди, я так на да? лице не походил. Тут только эти вот... Может, их камнем о, смотри, надо смотри, или смотри, чем? Смотри. Ого, это вот... эти... Как сказать? Эти вот мозги. Блин, я в ноздрю попал. Как мне отсюда выбраться? Я переработаю. Переключись пофиг, на учи. Другого, да-да. Да, это только такой лайфхак работает. Все, на пеню он. Все, идите отсюда. Я думаю, сейчас выковырится он сам. Вон там что-то тоже валяется. О, кристаллы. Давайте пока до кристаллов доберемся. И вот здесь что-то есть. Как... Ой, там этот требум сидит. Да, леопардовый. Вау. Мы уберем. Смотри, какой красавец. Классный. Новый. Так, что за Гвегрону? Его можно, кстати, кем-нибудь сделать. Ну, я уж переименовывать не буду. Да, ставь как есть. Он, кстати, тоже кристалл. Кристалл, да, соберем. Ну, сейчас... А кем мы его сделаем? А что у нас есть? Вон, кстати, какой-то... А я ее думал для мутации ставить, она нужна для чего-то. Так. Сейчас посмотрим, что у нас в инвентаре такого интересного. Да что угодно накинуть, тебе тут что за мясистые для вот этого штуки? В кристалл вроде превращает или что? Это ну, вот можно... вонь. В принципе, я даже не знаю во что. Вот в кристалл превращает вот эту штуковину. До сих пор храню, не знаю по кое фиг. Уже отдать, уже а на вот переработку. А вот это что такое? Вот это. Вот это? Не знаю. Не помню. Ну ладно, пусть так пока бегает. Да, пусть как запасной. Надумаем. У него просто цвет классный, а многие мутации, они, ну как это сказать, изменяют внешний вид все-таки. Ну, оно остается все равно. То есть нет, он... вот который у нас вонь, допустим, она его сделает зеленым. Ну, блин. А, ну я понял в каком-то смысле. Где у меня там этот стрелок-то? Сейчас, может, прибежит. Он из ноздри-то вылез хотя бы. Вон он рядом с тобой. Кругленький был. Какой? Куда опять делся? Только что. Да. Алло, чувак. А прикинь, у нас... Ну не может же такого нет, быть, он что просто всего бы не... Вон он бежит. А, ура. Иди сюда уже, в самом деле. У нас что, он блин? Крутой. Так, ладно, вот, пойдемте... Вот, кстати, какая-то штука. Можно тому отдать. Блин, я уже сейчас не помню, что к чему... Оно, по-моему, дудку вот эту для призыва... Ну, короче, вот давай, все, по старинке. Чё и для чего? На, чувак, жри. Мы просто сейчас этим тут будем заниматься, не знаю сколько. Уже я хочу доколебаться до этой штуковины. Штуковины. Так. Заодно еду нам дала. Ну да, это вот ну, дудка, всё, чтобы пусть эти, такой вот такого будет. Все, я пойдем, начинаю. Стрельнем. Нападение. Этот ой, мир взрывается. Научил стой, нас. Стой, она бомбанит, что ли? А, нет, она атакует. Ай! Пацаны, аккуратнее. Попал. Может, надо... Ну, ему пофигу. Сейчас мы наберем чего-нибудь еще. Для переработки, создания. Сейчас будет война. Значит, битва начинается. Может, надо вот в этот, я не знаю, что это, язычок, ножка. Да ну не, ща. Ну, ему как-то пофигу, тебе не кажется? По-моему, да. Ой, что за звуки? Как будто что-то умерло. Да, умерло. Да, вон... Из него вывалилось. Вот. Нет. Не вздумай. Где?
Вот она! О май гад! Еле-еле успели. Миш, им больше не будем добывать, ну в плане... Я понял, случайно получилось. Так, ну вот давай, может, новенького и сделаем это. Вот, скользкий язык вперед. Вот сейчас и отдадим, все. Все, теперь у нас не Дуда будет, а... Такой вот. Не знаю, для чего это может пригодиться, но может пусть доставать будет какие-то, не знаю, предметы или что. Все, так, язык позволяет требовам отрастить язык, чтобы бить им врагов и разные предметы. Блин! Ну, все. А давай попробуем вот этих чушек-то стукнуть тогда. Ну, разочек. У нас прям тест по полной пошел. Ну, интересно. Давайте посмотрим. Ну что, небольшой поцелуй. Просто у меня такое ощущение, что... Блин. Так. Ой, бомбанул так бомбанул. Наш жив там, чувак, улетел. Да жив. Ну, значит... Короче, этих вонючек больше трогать не буду. Да, все. Может, каким-то образом и можно их заполучить в какую-то мутацию. Что, естественно, проверять я это не буду. Но мы не знаем как. Пофигу. Да-да-да, согласна. Я поехал сейчас. Вот эти, кстати, деревья. Эти шары, да. Чего ж оно дает-то? Кстати, вон сверху... Оно не нужно нам было. Для этой... Так это вроде полет. Да-да-да. Нам для мутации должно было какое-то это штуковина. Закрепления. Я только не помню, для какой. Тут столько всего этого. Или я уже что-то путаю, по-моему, или мы это уже сделали. Перепутал. Мы, наверное, это уже делали. Или нет. Логично или да. Было бы, что оно для шарика. Шарика, значит, мы делали. Ладно, все, пошел уже все, узнавать да, новый рецепт мутации, а то заносился уже сколько-нибудь. Ну, зато узнали. Новую мутацию и, получили. Да, получили. Выполнили кстати. Норму, вот так скажем. В этой игрушке, на самом деле, можно очень много времени провести. Я до сих пор обижен, что здесь нет платины, чтобы на полке можно было выбить. Был бы очень, очень жаль. Ну, то есть кубочки получаются, но основной-то короночки здесь нет. Ну, то есть платина. Но я все равно, возможно, потом побегу. Ну да, да, да. Для полного погружения. Очень уж мне эта игра нравится. Так, ладно, сейчас я быстренько здесь тогда все соберу. Как думаешь, что прокачать? У нас 29. Вон, кстати, Миш, там что-то есть. Надо будет взять на пьедестальчике. Сейчас возьмем. Скорее всего, опять же, жизнь или что-то. А хотя нет. А, это стрелок опять. Мутация. Значит, для чего-то он здесь нужен. Ладно, давай поговорим. Сначала. Ну, он, в принципе, то же самое скажет. Это, мне кажется, вот эта вот жирная рыба. То, что мы вчера получили. Проекция рассказала требуемам о новом рецепте, который защитит их от жестокого света врагов. Итак. Так. Язычок. Блин, как раз вот нужна эта штуковина, чтобы закрепить. Ну, так ее на самом деле легко, легко добыть. А это как раз нам выдается штуковина. Чтобы это получить. Ну, не знаю, пусть валяется, что ли. Так, сейчас... Только ты сам не сжуй. А он же не перерабатывает, как он жует. Так. А у того нашего есть, который пуляет? Что? Ну, снаряды. Ну, у него есть один. Есть. А то можно вот здесь еще грибочков насобирать и пусть переработает. Да там на улице столько всякой ерунды. Ладно, это, кстати, так, твои ладно. Любимые грибы были. Хорошо, их можно будет схавать. Чего прокачиваем? Ну, в принципе, здоровье я прокачаю давай, по классике. Не знаю, надо ли лидерство качать. Я больше не хочу, на самом деле. Выносливость он скачает. Ну, давай, да. Скачаю. И все. И оставим, потому что, видишь, для прокачки нужны кристаллы. Или покупки кого-нибудь требуемого. Вода у нас есть, в принципе. Я бы попер уже, на самом деле, просто. Да, пошли, пошли. Уж не будем вот эти, да, мелкие кристаллы собирать. Да... Нет, я думаю. Ой! Гаси, мы какие привередливые стали. Да, стали такие вот. Вот эти возьмем грибы, окей. На создание аппарата. Ему главное или он создает так нарисует. Создает. Два. Ну вот сейчас мы доколебемся до этой штуки, сразу еще одну мутацию можем сделать. Без всяких вопросов. Без всяких проблем. Так, ну сейчас нам мне правда... кажется, удобная довольно-таки будет. Прямая дорога. Чуть-чуть. Так, ну сначала найдем эту чушку, да? Тут, по-моему, поблизости кто-то прыгал. Сейчас посмотрим, где она. Прыгает ли? Где-то вроде она в скалах, в другой стороне. Вон вижу одну. Где? Слева. Сейчас увидишь. Я не вижу. Воу-воу-воу, тормозим.
Блин, тут, конечно... Ну, переплыву так-то по факту. Ща. Покажу, где. Вон у него. А, видно. вижу, давай. Ну, два нам хватит выстрела, чей. Я думаю, что да. И у нас, в принципе... Ой. Ну, в принципе, неплохо. Отходим. Че, она бомбанет, нет? Выжила? Выжила. Жопа. Так, надо, чтобы она не сагрессировала. Так, и у тебя заправиться. Нету... Сейчас заправимся. Сейчас. Так, побольше. Сейчас атака номер два будет. В данном случае, конечно, не обойтись без устранения. Ой. О. Хорошо попал. Так, берем другого персонажа. Так, да. Чтобы не перерабатывать. Не перерабатывающего. Вот, пухлиша. И пойдем. Она вот здесь где-то находится. Сюда. Шесть кристаллов. Блин. Не набрал. Ну ладно. А сколько у нас их написано, интересно? Три. Вот как я и сказал, главное, чтобы кристаллов хватило. Знаешь, ну в принципе по уму лучше ладно. Вернуться и собрать. Вот что я хочу сказать. Окей. Сейчас мы это сделаем. К сожалению, назад вернуться нет возможности, поэтому... О, он, кстати, как раз... Высиживает. Чувак высиживает. Миш, только аккуратно, рядом с нами тоже какой-то противник был. Ты вроде к нам не представляешь. Здесь еще один требум, но... Но у нас и так команда уже укомплектована, да. Сейчас мы, так, значит, чуть-чуть так... левее. Да, двинем. Аккуратненько. Так, давай, поехали, в общем, со всех ног. А, у нас один, если что, кристалл перерабатывается. Так, так тут точно да, дорожка надо... есть? Чуть левее, да. Левее, да. Я уж ничего подбирать не буду. Вот думаю, у этого успеть. Еще чувака, по-моему, да? Ну, а кстати, вон... Грелка. Вот как тут все это успеть? Я не знаю. Ай, распрыжку фигово сделал. Ладно, пофигу. Давай. Потихоньку. Все, да. Нормально. Надеюсь, это успеем. Ну, у нас прямая. Выносливости у нас больше. Вот эта чушка, правда, меня смущает здесь. Да, она может напасть. Но мы сейчас быстренько ее прокатим. Так, понятно, экран отвелся, то, что она решила нас атаковать. Скорее всего, да. Нас напасть, точнее. Бежала бы отсюда, точнее, летела. Успеем. Успеем. У нас да. еще выносливости полно. О, какая-то штука. Еще уже. Штука. А, мы это, уже это да, еда пробовали. Была. Мы собирали. Все. Пока не дошли мы еще до этого монстра. О, доперли. Фух. Такс. Ну, красные. Походу сейчас что-то будет. Будет. Сейчас вот он приедет. На всякий случай сохранюсь, чтобы не было никаких проблем. Так, да, что у нас, кстати, с кристаллами-то? Ну, он перерабатывается, он очень долго будет делать. Окей. Пока он... О, что-то нехорошее. Ну, смотрите, математика, по идее, нету. Красная зона. Может ли существо, о котором говорил старейшина, быть где-то рядом? Ага, понятно, почему судя здесь красная. Судя по всему, да. Так, Миш, давай соберем вот эти грибы. Вон, нет, вот эти. Сытные? Да. Мы тут все подряд грибы собрали. Тут еще требуем. Они нам нужны. Так, а, надо какого он сожрать цвета? Срочно. Где именно цвет важен? Хочется, да, клевых. Так, сейчас. Собрать. Блин, у меня уже, мне кажется, небольшая доля лукизма. Думаю, что понятно. Ну, какой-то. Какой-то да. Извини, чувак, всё. Ты, Юль, не подходишь. Был бы какой-то яркий. Так, там. Нам... Нифига себе. Надо обойти. У нас и так команда не маленькая. Да, я думаю, что стоит обойти эту гору сейчас. Либо взобраться, может. Не, Миш, мне кажется, проще... Тут зачем тропинка, понятно? Обойти. Ну, сейчас так. Это... Избегать только всяких тут чушканоидов. Опять так, архитектура я пока какая-то. Вообще ничего... О, это... А, нет, показался. Кстати, вон там было, скорее всего, его яйцо и гнездо. Да и оно мне и нафиг не нужно. Ну там так, есть мутация. Ладно, где какая-то. Этот-то? Чушкан, где это все найти можно? Я пока ничего не наблюдаю. Блин, слушай, если так подумать, мне нужен перс. Какой? Подготовить, который будет сражаться. Ну вот по уму-то, если мы хотим. Миш, уходи! Так, странная здесь... площадка. И какие-то штуки, Миш, смотри. На деревьях. Точнее, не на деревьях, а вот это. Что да, это? Да, шипчики какие-то. Давай, блин, этим знаю, брать попробуем. Не особо хорошо.
ощущения. Вот этим давай. Какая-то мутация. Давайте сожрём. Посмотрим. Не глядя, да? Взрывной фрукт. Вау. Ну-ка, давай. Ну, сожрём, окей. Сейчас узнаем. Может, надо заодно было на самом деле на того атакующего. Хотя сейчас нет. Проверим. 9 секунд. В конце концов взорвется. Нет! То есть, сейчас проверим. Естественно, я верну. А, все. Не наглухо. То есть этим хорошо атаковать. Типа можно собрать побольше с собой и. А вон там что за кольцо? Так, я возьму тогда. Давай, да, прям побольше. Да и где-то тут вот, еще видела. Много. Этих тут много, еще. Странно. Вон, смотри. Слушай, стоп, чего, детский городок? Какое-то здесь все крайне странное. Какое странное место, подумал Требл. Еще более странными были чувства, зазвучавшие в его памяти голосом из давно погибшего мира. Так вообще, непонятно к чему это тут. Так, 6 штук у меня. Так, еще вот знаешь что, на каких-то вот этих пьедестальчиках что-то есть. Я только пока не пойму, куда. Куда идти? Понял, слышала. Да. А ты-то что де... Он... Ты что, не сдох? Она же говорила, что не так просто его убить. Ё-моё, лучше проваливаем отсюда. Он как будто из той стороны увидел эту площадку. Случилось то, чего они боялись больше всего. Математик был жив и создал это чудовище на колесах. Неужели этот кошмар никогда не закончится? Математик был жив и... А, ну это я уже прочитала. Че, Миш, видимо, мы как раз с помощью этой мутации будем с ним сражаться. Желтый свет. Но я не знаю, как. Повергнуть это огромного монстра казалось требуемым почти невозможным. Так. Но у любой проблемы находится решение, если хорошенько подумать. Существо так жадно и слепо цеплялось в свои жертвы, что его можно было заставить поглотить практически что угодно. Ща. Блин, лишь бы только он сейчас не включил свой дурацкий желтый свет. Ну долго жрешь. Все нормально. Давай, засасывай. Я сейчас тебе... Быстрее. Бабацк! Так, что, он помер? Нет, он, наверное, один раз... Несколько этапов, да? Да блин, чё, какая поверхность дурацкая, если честно. Опять? Блин, ребят, вы можете с ним рядом там не ездить? Да не говори. Ай, блин. Ну, хотя у нас почти все мутации нужные закреплены, так, вот если что. Так, здесь хорош. Сейчас. Сожру быстренько. Так-с. Ну, как раз. Дратуйте, да. Давай врубай свою фигню, сейчас мы... Получишь по щам. На. Супер. Сколько же тебя раз-то надо бомбануть? Хороший вопрос. Схода разочек еще давай. Блин, еще эту. А что не сработало, да? Сработало. У нас вроде жив. Сколько тебя раз-то надо бомбануть? Желудок пустой, ща. Так, надо пожрать срочно. Мы, кстати, знаешь, что можем сделать, пока тут это все дело происходит? А, закрепить. Так, сейчас сожрем. Что-нибудь должно быть. Чего ничего нету. Вода. Тут грибы есть. Так-то. Ладно, сейчас разберемся, погоди. У нас еще желтый кишочек есть. Так, где он там? Ну он уже весельчак. Все это истощается, кстати. Угу, я понял. Ничего, сейчас успеем сначала с этим разобраться быстренько. Давай, катись, давай, мой хороший. Мишка. Заряжай свою фиговину. Сейчас еще раз тебе по таблу врежем. Ну, может быть, это все? Бам! Да, ура. Походу развалился. Срочно жрать! Да уж. После драки. Я не знаю, выпало с него что, не выпало. Хотя мне кажется, что нет. Так, вряд ли выпало. Математик-то сдриснул. Требо, мы решили, что здесь они не смогут найти существо, способное съесть Китаала. Так. Можно идти дальше. Нет, это место было отравлено. Ничто живое не захочет оставаться здесь. Нужно было продолжать поиски великого чудища. Угу, я тут что-то парочку взял. Фу, хотя бы что-то сожрать. На пердушной тяге летает.
Миш, вот, вот перед тобой. Ой, а я уже просто... Ты что, не воспринимаешь? Это грибы такие, мы что, для тебя какая-то шутка? Я просто вот эти цветочки увидел, хотя бы что-то. И за ними помчался. Да. Ну, хорошая, кстати, мутация тут взрывная. А ты можешь еще с собой взять на всякий случай. Ну, я сейчас тем тогда превращусь и возьму. Должно хватить хавчика. Ох, ну все, еда полная. Каких только приключений не повидали. Вижу на башню. Пути. Так, кто у меня там был взрывной парень? Вот. Вот видишь, новичок, а уже как помог. Да не говори. Так, все, набрали. Предлагаю отправиться. Ты вроде своим этим ходил, да? Ну, сейчас с этим похожу. Взрывным парнем. Ну и ладно, возьму пухлячка да, все-таки. Да, тем более тут вон грибки. Надо хавки-то взять с собой. Если еще Так, Миш, только погоди сейчас, маршрут. Ага. Вон, видишь, башню. Тут надо будет немножечко объехать, скорее всего. Налево просто потом дам, и все. Пока что это не должно никаких проблем возникнуть у нас. Вроде и этого чувака легко завалили. Вроде как, да. Надо будет, знаешь, что, только, наверное, через энергию проехать. Да-да-да-да-да, чтобы мне восполнить. Кажется. Блин, далеко что-то. Нормально, успеем 100 000 раз. Сейчас плясать успеем. Блин, только вот из-за этих колдобин. Во, видишь? Так. Во, хорошо там пролетели. Есть во, подкрепление, вот это вот. Если что. Да. Ага. Да не, нормально, доедем. Тут специально, мне кажется, так рассчитано. Ух, слушай, ну, в принципе-то. Не скажу, что супер путь близко. Путь не близкий, путь не близкий. Но благодаря вот этим штукам мы сейчас это... Это тоже он... Блин, нет, это он нет, пердит. Вот здесь, да, надо. Чуть не клюнул на эту штуку просто. О, хорошо, как выпрыгнул. Катимся, катимся. Нормально, нормально. Я что-то вижу. Да? Да. Я вижу нам, что сейчас, возможно, конец нафиг. Очень близко. Нет, мы успеем. Ай-я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 й. Давай. Включайся, уже сейчас наших начнет давить. Ай, нет. Давайте, пацаны. Треба, мы нашли зловещее существо, о котором говорил старейшина. Однако оно было занято поеданием добычи, и могло пройти много времени, прежде чем оно закончит свой страшный пир. Им придется продолжить путь и найти еще одно. Теперь они знали, кого ищут. Что еще? А кого она жрет? Китаала! Ничего себе! Надо зафотать его, ё-моё. А ты как тут зафотать такое огромное чудовище? Надо тогда каким-то другим красоваться. Что будет, если ему в глаз брызнуть? Он такой, ну рискни. Не, ему пофигу. Так, карту. Ох, жесть, ребята. Надо ну куда-то сейчас жесть. Вправо ехать. А вон, смотри, вижу червя. Есть червь. Это вот он его и жрет, походу. Мне кажется, другого он жрет. Они же длинные. Мне кажется, по нему надо переместиться будет сейчас. Скорее всего. Ну, я могу ошибаться, но надо попроверить. Так, у меня же есть эта фиговина. Да. Все, как колесо, сейчас поедем. Вон, видно, куда нам указывает. Ну да, мы просто здесь более легкий способ. А, это кристаллы эти еще. Ну, с ним я ничего не могу. Вон, кстати, смотри, давай вот чекнем вот здесь. Все, хочешь команду набрать? Ну, у нас так тут полно. Красивый. Так, а где пухлян? Пожрать. Вон он. Пару грибов. Такой все время страшный. Вот, кстати, всего у нас собирать здесь. Сейчас пропылесосим как следует. Так, сейчас быстренько чекну, кто тут. Вумо. Ну, у нас вроде яркий. Такой... Ну, просто яркий. Да ну, я, клёвый, если честно, такой. Не вижу смысла. Опа, это от кого-то леща получила. Так, побежали, давай это... Такая музыка, как будто я не знаю, что сейчас произойдет. Да-да-да, вон туда. Так вот я и туда и хотел. Заодно... Еще, кстати, дома. Видать, мне к чему-то такое готовит. Ощущение, да, что нас готовят к чему-то. Блин. А... Ага. Все правильно. Вон лицо. Башка, опять. Причем она отмечена на карте. Видимо, просто как ориентир еще, может быть. Не знаю. Ладно, залетаем сюда. Сейчас мы еще какую-то мутацию узнаем. Слушай, ну неужто мы пропустили какие-то помещения, что не все мутации узнали? Как-то странно получается. Да просто мы дело в том, что даже не все мутации вообще на себе проверили. Знаешь, сколько много. Не, ну вот, вот это игольчатое видишь. Тело. Есть еще, по-моему, я какой-то понимаю, блестящий, понимаю. Как кристальчик. Так, сейчас я схаваю. То... У нас с едой вообще дела.
туго. Да. Обстоят. Не ахти. Так, с... Тут нет, кстати, каких-нибудь вот этих грибов. Квадратных кристаллов. Сейчас посмотрю, я сначала с этими мелкими разбираюсь. Что будем прокачивать-то? Даже не знаю. Вот единственное, что я могу сказать, наверное, во время битвы мы кого-то все-таки потеряем. Скорее всего, да. Все, ты чудовище, если, конечно, мы будем сражаться с ним. Но, кстати, у нас у какого-то персонажа, надо не забывать, есть воскрешалка. Регенька, ну значит, ему не страшно. Нет, ему-то может и страшно, но он может кого-то воскресить. А мне кажется, он сам себя воскрешает. Нет, нет, нет. Ну, я понял. Ладно. Тогда его разберечь нужно. Так, а это уж что у нас тут? Запас еды. И запас... Вот я, может, это попро... Ага, сейчас. Текущий 7,4. Ладно, где у нас этот, как его, перерабатывальщик? Так а ты, наверное, другие вот. Можешь, который как подлетает. Вот, ведь, ну... Ну, тут это, конечно, все мелочи. Прямо скажу. Да. Они нет, видишь, они не спадают таким образом. Очень странно. Ну, мне, в принципе, кстати, можешь давайте. Куда-то запрыгнуть. Куда? Давай проверим. А, сюда, типа. Выход. Так. И нам сейчас сюда подняться надо будет. Зачем? Куда? Вот сюда. А зачем? Зачем-то, я не знаю. Откуда ты? Ну, выглядит? Потому что, Миш, это странная дорожка, которая... Это не дорожка, это просто арка. Блин, ну там что-то есть, наверное. Да ну, с чего-то решил. Ну, кристаллы. Ладно, типа. Давай опять получим. О, вот как раз эту штуковину. У нас, кстати, одна валяется. Да. О, новый что-то. О новом рецепте. Я-то уж понадеялся. Чем Итак. Нам для этого нужно? А, это глаза. У нас мясо есть, но одно, по-моему, да. К сожалению. А тут ничего не валяется. Ну, слушай, я не знаю, не будем проверять, да, туда? Да, блин, да тут добираться еще проблема. Мне кажется, там ничего такого. Сейчас я отсюда чекну. Если там что-то есть, то окей. Ну, Юль, там ничего нету. Мне кажется, просто арка для красоты. Ну ладно. Забей. Просто не так сложно это сделать, мне кажется. Да, сейчас промучимся, не знаю сколько. Окей. Ладно, специально для Юль. Давайте потратим время. Где там этот надувальщик у нас? Вот он, с Рими его теряю. Насколько... Так а ты куда? Вот сюда надо. С этой на ту хочешь попробовать? Конечно. Сейчас. Не знаю, допрыгну, не допрыгну. О, великий и могучий... Что это такое? Что это? Это какая-то... Помнишь мутация? Хрюшкина морда. Я не помню, что она дает, если честно. Я тоже не помню. Сейчас попытаемся найти... Но все-таки здесь что-то было. На, это дымовая штука. А, ну, она дым создает. Кстати, неплохая классная. Штука. Вот ему бы и дам. Это же нос просто делает. У меня стандартный нос. Буду еще и дымом пыхать. Видишь, не просто ну, так. Ну, не скажу, что прям смертельно необходимая вещь, но окей. Ну, клевая. Почему бы и нет? Окей. Лады, лады, ладно. Единственное, эти дурацкие слуги цилиндра вечно все планы портят. Ну, от них зато мы сможем прятаться в этом дыму. Ну, тоже. Так. Нам надо развернуться, башне, да, и, скорее всего, к башне. У нас еще вот это какая-то... Что-то страшно мне с этой штукой встречаться, которая жрет китаала. Прикиньте. Ну, у нас есть с собой вот эта прикольная штуковина, взрывашка. Если она ну, вдруг да, засасывает. Да. Причем мы так немало. Ну, правда, я не знаю, сколько ей урона надо нанести. Без понятия. Какая-то хитрость явно есть. Ну, погоди, мы еще не встретились. Миш, аккуратно, можете... вот эти, помнишь, да? Да-да-да, можете сюжетно просто, типа, о, победили и все. Не надо будет даже сражаться. Может быть. Тут яйцо собрать можно. Чего мы делать, конечно же, не будем. Этот-то хоть поехал. Кстати, сейчас а поедет. Как он через них поедет? Что-то мы больно быстро переместились. Музыка только начала играть, а мы уже в другой башне. Не просто так. Mm-hmm. Ну ладно. Везде ждешь подвох, так если вот. Честно. Ну ладно, доехали и доехали. Вся тима. Самое главное, мы здесь. Вон наш этот корабль кстати, виднеется. Кстати, корабли очень близки. Так. Пока можем, я не знаю. Что. Расслабиться можем немножко. Так, вот видно, указывает, как будто нам туда, куда-то. Да, сейчас мы посмотрим, что здесь. Стой, погоди, а как нам туда? Значит, нет. А, это не указывает, это башни, линии а, просто. Окей, окей. Башни окей. Никуда не указывают.
Я вообще здесь пока ничего не наблюдаю. Вон там есть возрождалка. Да, да, ну, в облако там, типа, поместить и так далее. Жду, пока доедет. Возможно, какой-то ивент должен начаться. Сейчас там перды не разнесет ее сейчас. Блин, это бы нас бы не сбил. Цилиндр, тебя долго ждать? Может, конечно, надо было еды пока пособирать. Пока. Да ладно, я покайфую. Дай хоть вздохнуть. Окей, как насладиться скажешь. Видами этого мира. Немного. Разрушающегося. А он, кстати, сверху эти штуки остаются. Да, им пофиг. Это улетело. Ее не сбил. Ты не всемогущ, цилиндр. Бум, все, прибыл. Покраснее. Опять, ну, конечно, математика. Конечно, вот я тебе про это и говорил. Конечно. Так, сейчас пожру пока. Кто бы сомневался. Сидит там, ну, на картах. Ищет. Чё он. Чё смотришь? Тебя сюда не звали. Ой, блин, машина. Ай, их надо это. Я могу как-то? Блин, у нас же была какая-то бесшумность, да, у кого-то. Да. Они на звуки реагируют. Да? Ты точно это знаешь? Тогда вот этот. Машина вроде реагирует. О-о-о-о-о. Ай, нет. Сейчас мы половину этих своих растеряем. Ну все, блин, надо было включить, может, эту. Дыму штуку. Надо было дать дыму. Да. Сейчас загрузим. Невидимыч, ты где? У нас есть вообще? Должен быть. Два толстых почему-то. О чем блин, пытался сделать? Блин, опять глюка. Алло, у нас не... А... Что такое? Сейчас мы загрузимся чуть подальше. Так, мы решили тут немножко схитрить, забиться в углу и постоянно дымить. И вонять. И вонять, да. Потому что вот он будет нас палить явно, а я буду постоянно поддавать газу, чтобы нас никто тут не нашел. Я надеюсь, это сработает. Схема. Надеюсь. Они, по-моему, временно здесь все эти штуковины. Либо, конечно... Ну, смотри, мы практически незаметны. Кто нас увидит? Мне кажется, никто. Ну, видишь? Тут-то да. Видишь, у нас типа глаз зачеркнут. Единственная видишь? Еда... Да и продержимся. У нас две кишки, мы не перемещаемся. Я постоянно жму Б, подгазовываю, так скажем. Все, сидим, ничего не нас не видно. Не видно нас. Отлично. Все, ой, все, здесь страшно, никого нет. Страшно. Идите отсюда. Все, окей, еще газу, еще газу. Я сама очкую. Не нагоняйте. А кто вот стоит? Где-то вон этот, наверное. Я постоянно подгазовываю. Как это сказать? Лицо на колесик. Лицо, ты имеешь в виду телевизор? Да. Так, все, даю ну, еще. Может быть, сейчас уедет реально отсюда. Нормально. Я постоянно поддаю. Да, как будто, слушай, потихонечку сматывается. Может, это мне кажется. Все, еще газу. Давайте уже валите отсюда. Все, не найдете вас нас никогда тут. 6 hours later. О! Ха-ха! Ох, а мне как раз показалось, так я думаю, как будто он упал, двинулся. Да. И, видимо, да. Миша, Чеп. Это было... Легко. Хитро. Но он, правда, как бы они остались тут, по большому счету. Единственное, надо сохраниться, если это возможно. Возможно. Так, у нас из еды ничего нету? Естественно, нет. Ладно, пердешню я оставлю. Чтобы... Если что, сохранились, не так страшно. Так. Вот где только у нас и куда? Ну, удобнее, конечно, так. Справа. Да, только здесь... Эта штука... Глаз этот дурацкий. Ща. Тут он, кстати, справа. Сейчас он кто-нибудь видит. Цветы. Да блин, я вот ладно, хочу выйти после... из этой. Ну вообще можно на самом деле стартануть. Как следует. Это нам туда не нужно. А, Юль, я объезжаю воду. Мы можем слева объехать. Я просто не видел, до этого карта была закрыта. Тогда просто стартуем. Потом пожрем. Ой, яйцо. Пофигу, у нас так команда огромная. Так, да. Я не знаю, надо что-то уже поздно. Уже поздно, действительно. Так, как нам объехать? Это что такое за... Это черепушка. Как Миш, ты куда поехал? Погоди. Я мимо воды. Ага, все правильно. Так, на всякий случай пригодится. Фу, блин, зачем ты дыму дал? Ну ладно, ничего страшного. Пусть будет, да. Ой, что-то нехорошо завибрировало, не знаю в честь чего. А! Быстрее.
Так, чуть-чуть. Нам отдохну. Надо будет вон через синюю постараться проехать. Да, 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 это нам хорошо восполнит. Страшно. Так, сейчас страшно. Смотрю. Сейчас надо будет заворачивать уже. В срочном порядке, я бы сказал. Сейчас мы зарядимся. Да блин. Блин. Энергией. Ну хотя и бы все. Сток, все, поехали. Так, звук какой-то мне не нравится, прям. Возможно, долго ехали. Не факт, что успеем, но... Ну, попытаемся. Ну, теперь все, прямая, по сути дела. Земля трясет. О, не, походу... Вон через синюю, через синюю. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, не успели, очень долго ехали. Ну да. Так, ладно. Так, мне кажется, что справа лучше. Попробуем здесь. Должно получиться. Так. Если я тут сейчас не застряну. По берегу, да? Так, так, а через эту башня? Штучку. А, это так. Хорошо. Башня заправился. Сейчас еще зацеплю эту штучку немножко, чтобы не сбавлять обороты, да, все. И по ровной желательно местности ехать. Мне кажется, да, тут быстрее. Должно, да, получиться. Сейчас только не упасть бы никуда, ни в воду, ничего. Потому что там очень большой угол. Да и местность неровная. Блин, так. Вот как я сейчас тут. Надо четко рассчитать, чтобы так, мне все это перепрыгнуть. И сворачиваем. Разворот. Блин, я как не он знаю. Быстрый. Какая-то то ли хитрость тут, то ли чего. Блин, надо же нагоняет как. Не, мы снова не успеваем. Я даже не знаю, насколько... Что тут надо сделать, чтобы успеть. Жесть. Надеюсь, успеем. Сейчас. Фух, все. Блин, и с той стороны, и с той стороны, и с той стороны попробовали. Получилось, короче, в итоге справа. Все, подъезжает. Жесть. Вот здесь какой-то еще кристалл хранится. И... По-моему... Не просто так он. Блин, а я все те как раз переработал. Переработал, ну ничего страшного. Теперь-то у нас. Я вон есть. Вижу уже этих чушек там. Да, да. На этом как раз мы и закончим, ребята. Скоро увидимся в этой игрушке. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока. At last.